Добрый вечер, эрев тов. Этот материал является продолжением материалов 138 и 352. Я напомню вам, мы говорили о неопределенной форме односложных глаголов. Односложные они не потому, что они несложные, а потому что в форме мужского рода единственного числа настоящего времени всего один слог. Две буквы в этом глаголе, условно схема. Вот таким образом она выглядит. Две буквы. Например, я возьму глагол «шар». «Шар» – это «пою», «поешь», «поет», «шар». И просклоняем его. «Шара» в форме женского рода. И во множественном числе «шарим». Мы говорили в уроке 352, что основная схема, по которой строится неопределенная форма, выглядит вот таким образом. Мы прибавляем к форме мужского рода приставку «ла», буква «ламет», которая звучит как «ла» в этой схеме, и мы вставляли между буквами корня букву «вав». У некоторых глаголов вместо буквы «вав» будет буква «ют», в том числе у глагола «шар». Таких глаголов всего три, поэтому мы их отдельно на этом уроке рассмотрим. Можно сказать, что это исключение, можно сказать, что это другая схема, другая буква, второй является буквой корня. Неважно, как к этому подходить, мы должны запомнить, что всего три глагола такие, которые имеют неопределенную форму, немного отличную, без буквы «вав». Итак, мы сказали «шар», «шара», «шарим» – это то, что связано с пением, и нам нужно получить слово «петь». Я беру две буквы корня, прибавляю приставку «ла», и между первой и второй буквой корня ставлю вставку «ют». Получается «ла-шир». «Ла-шир» – это «петь». Например, я скажу «они ло-йодеа». Лашир. Слово юдеа знаю или умею. Они ло юдеа лашир. Это я о себе говорю. Я не умею петь. Женщина, например, скажет: они юдат лашир. Я умею петь. Давайте, например, скажем: мы хотим спеть на иврите. Анахну Роцим лашир бе иврит. Я возьму следующее слово. Следующее слово сам. Сам означает кладу, кладешь, кладет. Например, они сам сефер аль шульхан. Я кладу книгу на стол. Еще раз. Они сам сефер аль шульхан. Я кладу книгу на стол. Мы обратим внимание, что слово сам звучит звук с, с, с. Нам хочется написать самых. Хочется. Кстати, слово сам с буквой самых означает в современном иврите наркотик. А в глаголе мы напишем букву шин, которая в некоторых корнях передает звук с, с. И мы запомним слово сам, кладу, кладешь, пишется с буквой шин. В форме женского рода будет сама. Я напишу с буквой хей. Сама. Например, давайте скажем, она кладет шоколад на холодильник. И сама шоколад аль мекарер. Она кладет шоколад на холодильник. Еще раз. И сама шоколад аль мекарер. Мекарер – холодильник. Например, давайте скажем, мы кладем телефон на компьютер.
Анахну самим. Я напишу слово самим. Анахну самим телефон. Аль махшев. Мы кладем телефон на компьютер. Теперь наша задача из слова сам получить неопределенную форму. Нам нужно сказать положить. Я беру две буквы корня, прибавляю приставку ла и ставлю вставку между первой и второй буквой корня ют и получилось ласим. Например, они руце ласим сефер аль шульхан. Я хочу положить книгу на стол. Например, мы хотим положить телефон на холодильник. Давайте скажем. Анахну руцим ласим телефон аль мекарер. И последнее слово, которое мы возьмем, это будет слово рав. У слова рав есть несколько значений. Сейчас мы говорим о глаголе, который прочитается, прозвучит рав. Рав значит ссорюсь, ссоришься, ссориться. Например, они ло рав им хаверим. Я не ссорюсь с друзьями. Они ло рав им хаверим. В форме женского рода рава, например, и ло рава им хавера. Она не ссорится с подругой. И во множественном числе равим. Например, еладим товим ло равим. Еладим дети, товим хорошие, хорошие дети. Ло равим не ссорятся. И сейчас нам нужно сказать в неопределенной форме ссориться. Как будет? Я записываю слово рав, прибавляю приставку ла и вставляю ют. Получилось ла рив ссориться. Например, я скажу они ло руце ла рив им Игор. Я не хочу ссориться с Игорем. Они ло руце ла рив им Игор. Я не хочу ссориться с Игорем. Давайте скажем. Она тоже не хочет ссориться с ним, с Игорем. И гам ло руца ла рив и то. И то это с ним. Еще раз я скажу. И гам она также, гам это также. И гам ло руца не хочет ла рив ссориться и то с ним. Мы закончили всего три глагола этой подгруппы, у которых неопределенная форма с юдом. Надеюсь, это было несложно и понятно. Подписывайтесь на мой канал, учите иврит вместе со мной. С вами был Марк Харах. До встречи. Литраут.